Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Очень приятно. Меня зовут Галина. Я директор компании Oriflame. Помните, вы получали каталог от нашей компании? Елена, у меня для вас важная информация. Займет 5 минут времени. Удобно будет послушать? Смотрите, вы как участник нашей акции имеете сейчас приоритетное право на открытие интернет-магазина. У нас сейчас компания открывает новое направление и развивает интернет-магазины по России и странам СНГ. Для вас это будет возможностью включиться в данный проект и через несколько месяцев получать дополнительный доход от 5000 рублей. То есть моя задача открывать таким участникам, как вы, интернет-магазины и наполнять их покупателями и партнерами, помогая создавать товарооборот. От данного товарооборота вы сможете иметь процент в виде дополнительного заработка. Поэтому сейчас я вам предлагаю вступить в данную программу и стать партнером, так как уже на сегодняшний момент имеются люди, которые могут пойти в ваш интернет-магазин в качестве пользователей. То есть мы вам будем помогать развивать сеть интернет-магазина именно вашего. Но так как вы уже поучаствовали в нашей акции от нашего офиса, у вас есть приоритетное право на открытие данного интернет-магазина. То есть открывая его, вы уже открываете возможность регистрировать партнеров в ваш проект. Вот, то есть вы можете его попробовать в тестовом режиме, посмотреть, изучить. Как минимум у вас всегда будет скидка 20% на продукцию Oriflame в вашем личном кабинете. Ну а если будет интересно, мы будем рады сотрудничать с вами. От нас будет обучение через интернет и развитие магазина вы также сможете осуществлять посредством сети интернет. Для открытия, в принципе, практически ничего не нужно, только копия паспорта через социальную сеть можете фотографию прислать. Мы вам интернет-магазин открываем, а дальше обучение все можно проходить через интернет. Как вам такое предложение? Ну, я даже не знаю, даже не знаю пока. Неожиданно, правда? Ну, не то, что неожиданно, просто это же в интернет нужно, как правильно, сидеть, сколько, 3 в день надо, правильно? Ну, в принципе, вы можете сами определять время и количество часов, которые вы будете уделять работе. На первых этапах это может быть даже и час времени, и не каждый день. То есть это ваше желание, насколько вы быстро хотите получать доход. На сегодняшний момент, так как у вас есть приоритет, вы можете себе данный номер зарезервировать, открыть партнерство в этом проекте. И у вас уже будут идти регистрации от тех партнеров, которые на сегодняшний момент активны. То есть мы вместе с вами развиваем сеть, в которую вы попадаете. Вот. А дальше вы уже сможете при наличии свободного времени изучить данное направление, пройти обучение, понять, что тут надо делать, и уже даже, используя телефон, включаться потихонечку в работу. От вас тогда мне нужна будет копия паспорта и заполненная анкета. Я вам могу ее выслать либо на почту, либо в социальной сети. В какой социальной сети зарегистрированы? Ну, я и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Угу. А как мне вас там найти? Ну, Елена Якупова. Так, секундочку, я сейчас запишу, чтобы я не перепутала ничего. Елена Якупова. Где вас найти? ВКонтакте? Ну, я и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Угу. А город у вас какой стоит, Гай? Гай, хорошо. Я в течение получаса постараюсь вас найти, но если не найду, тогда перезвоню. Я вышлю вам форму и тогда жду от вас ее заполненную. И следующие уже партнеры будут под вас регистрироваться. Ага, хорошо. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания.